все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области безоблачно, местами осадки в виде небольшого снега, днем 20-24 мороза, ночью 28-30 ниже 0. Ветер северный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани безоблачно, возможен снег. Днем минус 20, в темное время суток 28 ниже 0, северный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти солнце, возможен снег, днем минус 23, ночью 28 с минусом, северный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, к вечеру пойдет снег, в дневное время минус 23, ночью минус 29 градусов, ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 67%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.